Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой красивый ажурный джемпер спицами, необычным таким, очень стильным узором. Узор не японский. Он взят из какого-то журнала иностранного. И я вам покажу сегодня схему, вы поймете, о чем идет речь. Схему нашла в интернете, девочки. Узор меня покорил. Очень красивый узор. Есть у него некая схожесть с узорчиком Хитоми Шида из ее книги. Но это немного другой узор. Да, похож, но немножечко он изменен. У меня есть несколько фотографий этой модельки. Вот такой вот еще вариант есть. Смотрите, здесь более четко видно, да, этот узор. Но это уж я, конечно, слишком приблизила. Шикарная вещь, на мой взгляд, очень шикарная. И мне очень нравится. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. И давайте сегодня, значит, как обычно, я вам показываю выкройку, которую я нашла, да, подобрала. Я показываю вам описание. Мы делаем с вами расчет образца, определяем плотность горизонтальную, вертикальную. И я составляю описание, размещаю его, как всегда, под видео. Ну и, соответственно, началом всего этого процесса будет выбор пряжи. Сейчас я вам расскажу пряжу, которую я подобрала для данного джемпера. Для вязания этого пушистого нежного джемпера я выбрала пряжу Гималая Ультра Кашемир 75% акрила, 25% альпака. И цвет у нас здесь нежно-розовый такой колор. Вот такой я вам показываю, девочки. Вы уж сами смотрите. Часто задают вопросы, какой цвет. Я же все показываю. Так, далее. 50 грамм. У нас 175 метров. Метраж. Турецкая пряжа. Очень качественная, хорошая, нежная пряжа. Очень пушистая. Мне нравится из нее вязать. Я уже ее рекомендую не в одном изделии. Вот. Разные цвета красивые ей присущи. Продается в серии, да? Спицы я использовала 4,5 для вязания этого образца. И по этому образцу, соответственно, делала расчет плотности. Так, ну и что еще я бы хотела сказать? Помимо того, что это нежность из нежности, да, что это очень пушистая, красивая пряжа, вы, конечно, можете взять спицы потоньше, но я предупреждаю, что пряжа, ну, очень пушистая, показываю вам ее в приближенном варианте. Она очень пушится. Это типа по типу махера, девочки. И, естественно, на очень тонких спицах это будет очень плотное вязание. Я, конечно, не берусь вам что-то там отговаривать вас, но я рекомендую все-таки взять спицы, ну, хотя бы четверочку, если вы хотите более плотное вязание. Потому что такая пушистая пряжа хорошо смотрится, когда вязка бывает, ну, более-менее такая вот
рыхлые, что ли, я не знаю, как это сказать, более крупными такими спицами связанные. Но это лично мое мнение, возможно, у вас есть свое мнение, и вы поступите так, как посчитаете нужным. Но мое, ну, я вам свое мнение сказала, показала вам очень пушистую нежную пряжу, которая абсолютно не колется, вот, и очень приятно из нее вязать. Очень она мне нравится. Я не знаю, как она в носке, потому что я из нее ничего крупного не вязала. Но я знаю, что на сайте, где я ее покупала, сайт называется «Рукоделие», пряжу продает и всевозможные приспособления для вязания, да, там очень хорошие отзывы об этой пряже. Людям тоже нравится. В принципе, всегда можно о любом товаре посмотреть отзывы в интернете. Поэтому, когда у меня в комментариях задают вопрос, хорошая ли эта пряжа, вязали ли вы из нее и как она себя ведет в носке, я стараюсь вам всем написать, что смотрите отзывы реальных людей в интернете. Сейчас о любой пряже есть огромное количество отзывов в интернете. И это все в свободном доступе, никаких затруднений почитать это не вызывает. Так, ну здесь у нас с вами узор связан один раппорт, поэтому он как-то вот смотрится не совсем, да, целиком. На изделии он смотрится несколько по-другому. Ну, представьте мысленно, что рядом находится еще такой блок узора, да, и вы поймете, что это очень красивый, эффектный узор. Соответственно, джемпер, связанный этим узором, будет не менее красивым и не менее эффектным. Давайте я вам покажу схему этого узорчика, и мы с вами начнем его вязать. У меня, как всегда, будет выкройка, как всегда, будет описание, и я, как всегда, вам рассказываю, как правильно расположить на тот или иной размер раппорты узора. В процессе работы над проектом нашла вот такую еще модель, связанную этим же узорчиком. Обратите внимание, тоже, собственно, выкройка со спущенным рукавчиком, да, свободного кроя. Конструктивно также выглядит этот джемперочек. Только различается цветом пряжи, да. Ну и, может быть, там оформлением горловины. Красиво смотрится что в розовом, что в голубом цвете. Здесь, я так понимаю, это хлопковая ниточка, скорее всего. Вот. И очень стильненько выглядит джемперочек. Очень стильненько. Просто загляденье, очарование. Я могу вам предложить связать спинку не узором, да, но, наверное, самый шикарный результат будет, если он будет весь связан ажурным вот этим узором. И спинка, и перед. Поэтому в описании у меня будет, значит, описание именно на такой вариант. Очень красивый джемперок. И сейчас я вам показываю схему. Схема у нас выглядит вот таким образом. Это схема из журнала, да, выглядела. Вместе с условными обозначениями. И так далее. И, девочки, она, значит, составлена для красивого шарфика. Сейчас я вам покажу. Так, вот такой шарфик был связан. Этот узор был связан, предназначался вот для этой модельки, да, в журнале. Ну, а любительницы вязания, видите, воспользовались для более красивого, эффектного джемпера. В том-то и преимущество всех этих разработок, что мы можем воспользоваться, связать все, что мы пожелаем, любым узором, который оказывается в поле зрения вязальщиц. Вот я сделала такую схему, отсоединила ее от условных обозначений. И эту схему, девочки, я размещу, конечно же, ссылочку на свой профиль в Одноклассниках. Как видите, раппорт узора составляет 19 петель в ширину и 40 рядов в высоту. Но здесь есть особенность. Смотрите, мы первый раз вяжем с 1 по 40 ряд,
А затем все последующие ряды начинаются с 9 по 40, повторяются. Обратите на это внимание. Узор вяжется очень просто. Сложностей никаких нет. Про условные обозначения вы там все увидели. Но если хотите, я вам кратко опишу. Смотрите, вот такая черная точечка в квадратике. Это изнаночная, белый квадратик, это лицевая. Я сейчас приближу. Так, смотрите далее. Это вот такая петля, это скрещенная лицевая. Кружочек, это накид, да. Вот такая черточка, это две вместе лицевой с наклоном вправо. И вот такая черточка, две вместе лицевой с наклоном влево. Три черточки вниз, это три вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот. Ну, собственно, все я вам рассказала про условные обозначения. Вот такой вот знак обозначает шишечку мы вяжем, девочки. То есть мы из одной вяжем 5, а затем эти 5 через 2 ряда мы из 5 вывязываем одну петлю. Вот и все. Такая вот история этого узора. Так, что и далее? Выкройка, да? Выкроечка у нас вот такая. Смотрите, что в этой выкроечке немного не так. Я говорю про то, что у нас здесь будет резинка не 1 сантиметр в высоту, а 5-6, да? Поэтому, соответственно, вот эти все размеры я корректировала в своем описании, ориентируясь на 5-сантиметровую высоту планки. Обратите на это внимание. По рукаву то же самое это касается. Размер дан, значит, на, считаю, как 44-46. И, пожалуйста, девочки, скорректируйте и ширину по выкройке свою, ставьте индивидуальную ширину, и высоту, длину изделия обязательно тоже нужно откорректировать под свой рост, под свою желаемую длину джемпера, поскольку мы с вами все отличаемся ростом. У кого-то высокий рост, у кого-то низкий рост, поэтому любая выкройка требует всегда индивидуальной корректировки. Вот такое описание я выкладываю обычно под видео. Девочки, можете внимательно там все это разглядеть, посмотреть. Размер, как я уже говорила, по выкройке 44-46. Пряжу мы с вами внимательно рассматриваем. Предположительный расход ориентировочно 450 грамм. Спицы будем использовать для резинки 3,5, для вязания основного узора 4,5. Понадобится для вязания горловины круговые спицы 3,5. Плотность вязания определяем с вами в процессе вязания, после вязания образца. Все вот это описание, естественно, я зачитывать не стану. Все это здесь я рассказываю, как расположить вот эти узоры после того, как мы свяжем образец, да, из чего складывается у нас 4 раппорта узора, почему вот здесь 4 изнаночные, там 3 изнаночные. В общем, это все, девочки, смотрите у меня под видео после того, как мы свяжем образец. Все это я рассказываю, внимательно показываю. И почему надо обращать внимание на вертикальную плотность, тоже объясняю там же, после связанного образца. По рукавчику тоже распределяем узорчики. И все. Все. Обвязываем круговыми, на круговых спицах, резиночкой 1х1 горловину. Смотрите, горловину можно оформить любым интересным для вас способом. Вот, поднимаете на круговые спицы петельки. Приблизительно я вот здесь написала 80 петель, да, но вы там смотрите, сами ориентируйтесь, смотря какого размера вы будете вязать, да.
И двойную планочку тоже можно использовать, если очень тонкая пряжа. Например, вы, если вы вяжете из мохера, да, то это будет красиво смотреться, эстетично. Если у вас будет более грубая, толстая пряжа, то, конечно же, планочка должна быть одинарная, да. Очень люблю оформлять планочку эластичным способом, поэтому у меня на канале есть видео, как я это делаю. Что такое эластичный край, да? Посмотрите, кому интересно. Вот так, мои хорошие. Все это, как я уже вам сказала, будет все это описание под видео. Так, как связать этот джемпер, как расположить узоры, как рассчитать по петельным, что такое плотность вязания, зачем нужна вертикальная плотность вязания, обо всем подробно рассказываю после того, как мы с вами свяжем образец. Что я делаю с этим образцом, прежде чем рассчитать плотность? Пожалуйста, посмотрите внимательно, если вы впервые на моем канале. Я об этом говорю в каждом своем мастер-классе, в каждом своем проекте. Я об этом заостряю внимание, мои хорошие. Так, ну и, в общем-то, давайте с вами начнем вязать узорчик этот красивый. И все. Последовательно пройдемся по всем этим пунктам, которые я сейчас перечислила. Так, я набрала, значит, на спице 21 петлю. Вот. И у нас вот тут идут вспомогательный ряд. Но я не знаю, как его назвать. Первый ряд, все лицевые вяжутся. Все 19 петель раппорта вяжутся лицевыми. И 2 кромочные, да? И вот сейчас у нас с вами наступает второй ряд. Второй ряд у нас здесь присутствует изнаночные петельки. Второй ряд. Все, значит, изнаночные ряды мы читаем слева направо схему. Слева направо. То есть вот так читаем. И я вам показываю, девочки, второй ряд. Смотрите. Кромочную сняли, да? И вяжем с вами, значит, 4 изнаночные. И далее вяжем лицевые петельки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 11. Их 11 петель лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. И снова 4 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночной. Вязали. Дальше у нас с вами вяжется третий ряд. Так, раппорт вяжем третьего ряда. Так, третий ряд. Делаем накид, 2 лицевые. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево и 11 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петельками, перекрещиваю я их. У меня первая за работой остается, вторая поверх первой, и вместе провязываю одной лицевой. Дальше тут 2 лицевые, накид. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. Четвертый ряд переворачиваем. Изнаночный ряд. Вяжем четвертый ряд. Первая кромочная. Далее вяжем с вами изнаночная. Накид провязываем изнаночной. Опять делаем накид. 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной за переднюю стенку. Связали. Далее вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
И далее вяжем 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Две изнаночные, накид, изнаночная, кромочную провязываем изнаночной, связали. Вяжем 5-й ряд. Две лицевые, накид, снова 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петельки меняю местами, лицевая у меня вот эта вторая поверх изнаночной, вместе провязала. Одной лицевой. Далее 2 лицевые, накид, снова 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петелькой. Очень ворсинистая пряжа, очень, очень пушистая, просто невероятно, гляньте. И очень нежная. 6-й ряд, девочки, у нас с вами. Вяжем изнаночная. Так, 3 изнаночные, в общем, подряд идут. Далее делаем накид. Делаем еще 2 изнаночные. Далее вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стенку. Далее у нас идут 5 лицевых. И 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Связали, да? Далее вяжем 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Седьмой ряд. Четыре лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. Накид и 4 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Связали, значит, 7-й ряд раппорта. Переворачиваем, вяжем 8-й ряд. Восьмой ряд у нас идут с вами сейчас 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 2 изнаночные. Далее вяжем 2 вместе изнаночные за передние стенки. Далее вяжем 1 лицевая. И 2 вместе изнаночные за задние стенки. Далее 2 изнаночные. Делаем накид. И еще 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем наше вязание. У нас с вами 9-й ряд. 9-й ряд. Первая у нас сразу идет с накида, начинаем. Затем 2 лицевые вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3,
4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. Накид. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем, вяжем 10 ряд раппорта. Так. Первая изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки. Далее вяжем 4 изнаночные, лицевая по центру, снова 4 изнаночные. 2 вместе изнаночные за задние стенки, 2 изнаночные, накид, изнаночная, кромочные тоже вяжем изнаночные. Переворачиваем, вяжем 11 ряд. Две лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, влево, вру, девочки, влево. Затем идут 3 лицевые, изнаночная, снова 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Так, отлично. У нас с вами 12 ряд переворачиваем по схеме. И мы вяжем с вами 3 изнаночные. Накид, снова 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, лицевая, снова 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные, кромочную вяжем тоже изнаночной, провязали. Тринадцатый ряд, девочки, у нас с вами, и мы вяжем 4 лицевые, делаем накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, снова лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, изнаночную, кромочной провязываем изнаночной. Переворачиваем 14 ряд, вяжем. Пять изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Накид, еще 2 изнаночные. 2 вместе изнаночные за передние стенки. Лицевая, 2 вместе изнаночные за задние стенки. Далее вяжем 2 изнаночные, накид и еще 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять.
Кромочную вяжем тоже изнаночной. Пятнадцатый ряд. Две лицевые, накид, две вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая. Это значит, что я обычно вяжу за заднюю стенку вот так лицевую, а в скрещенной это значит, я буду ее вязать наоборот за переднюю стенку. Видите, она у нас вот так перекрещивается. Связала. Далее идет изнаночная. Далее опять скрещенная лицевая за переднюю стенку. Снова изнаночная. Еще одна скрещенная лицевая. Изнаночная. Еще одна скрещенная лицевая. Изнаночная. Еще одна скрещенная лицевая. Изнаночная. Скрещенная лицевая. И две вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Накид, две лицевые, кромочную провязываем изнаночной. Связали, да? Переворачиваем. И у нас с вами 16 ряд. 16 ряд. Первые 4 изнаночные вяжем. Раз, два, три, четыре. Затем вяжем скрещенную изнаночную. То есть обычно я вяжу за переднюю стенку изнаночную, а сейчас я буду наоборот вязать. И вы как привыкли, девочки, только теперь вяжите скрещенную изнаночную наоборот. То есть вот я вяжу в данном случае за заднюю стенку. Далее идет лицевая. Снова скрещенная изнаночная, снова лицевая, снова скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая. Так, сколько мы уже их тут понаделали. Дальше опять идет скрещенная изнаночная, лицевая. Скрещенная изнаночная и оставшиеся 4 вяжем изнаночными. И кромочную вяжем тоже изнаночной. Так, связали этот ряд. У нас с вами 17 ряд вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. Так, вот что у нас уже получается, красивость какая. 18 ряд переворачиваем изнаночный наш. Вяжем по схеме. Так, 5 изнаночных у меня. Раз, два, три, четыре, пять. Лицевая. Скрещенная изнаночная. Лицевая. Скрещенная изнаночная. Лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая и 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять,
Кромочную вяжем изнаночной. Девятнадцатый ряд вяжем. Две вместе лицевой с наклоном влево, накид, две лицевые, накид, две вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, две вместе лицевой с наклоном вправо, накид, две лицевые, накид, две вместе лицевой с наклоном вправо, кромочную вяжем изнаночной. Так, переворачиваем изнаночный ряд, 20-й у нас. Вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. Непонятно. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я, девочки, вас обманула. 6 изнаночных. И далее скрещенная лицевая. То есть она у нас на лицо будет лицевая, а мы ее провязываем сейчас в изнаночном ряду скрещенной изнаночной. Далее лицевая. Опять скрещенная лицевая. Ой, изнаночная. Вот видите, как на схеме нарисована лицевая, я и вижу ее. Говорю, вам озвучиваю. Главное, вяжу-то правильно, а говорю, как на схеме. Далее опять идет лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. 4 должно быть у нас скрещенных изнаночных. Надо проверить. Так, вроде бы 1, 2, 3, 4. Да? И далее у нас идут просто изнаночные, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все совпало. Кромочные тоже изнаночные. Отлично. 21 ряд у нас с вами вяжется. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. Так, такой вот интересный узор у нас проявляется. 22 ряд изнаночный вяжем. Что-то тут очень много будет сейчас изнаночных, надо посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот теперь 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, и снова 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, кромочная, вяжем изнаночные. Связали. 23 ряд у нас. 23. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид.
4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Так, скрещенная лицевая. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 4 лицевые. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная вяжем изнаночной. Двадцать четвертый ряд у нас. Вяжем изнаночная. Так, сейчас я скажу, сколько будет изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, девочки, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее идет скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная. И снова 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочную провязываем изнаночной. 25 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Далее у нас 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И кромочную вяжем изнаночной. 26 ряд. Совсем легкий. Девочки, вяжем с вами изнаночной. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изнаночных, лицевая и опять 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кромочную вяжем изнаночной. Итак, 27 ряд у нас с вами. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Опять накид, лицевая, 3 вместе у нас идут с выделением центральной петли. Я первую и вторую меняю местами. Первая заработает, вторая поверх первой накидывается. Все 3 вместе провязываю 1 лицевой. Вот так. Далее вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Также я выделяю, значит, вторую поверх первой накидываю, провязываю 3 вместе лицевой. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, кромочную вяжем изнаночной. Так, у нас с вами 28 ряд, тоже легкий. Опять у нас получается с вами изнаночной вяжем. 1, считаем, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. И далее вяжем 3 лицевые. И опять 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочные вяжем изнаночные. Так, 29 ряд, вяжем 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 1, 2 меняю местами, 2 поверх 1 провязываю как 3 вместе лицевой. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Связали этот ряд. 30 ряд, как смотрят петли, вяжем. Накид провязываем лицевой. Знаете, нет, так я говорить не буду. Я буду с вами, девочки, вязать. Хотела смудреничать, но так не получится. Вяжем изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочную вяжем изнаночной. Так, переворачиваем. 31 ряд. Так, и у нас с вами 2 первые лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, далее идут у нас с вами 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Так, у нас с вами 32 ряд. Вяжем изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее идут лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочную вяжем изнаночной. Так, 33 ряд у нас. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид.
3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вторая у меня поверх первой накидывается. И вяжем как 3 вместе лицевой. Накид. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее из 5, из одной петли вяжем 5. Я это делаю следующим образом. Вот так вожу спицу, вытягиваю 1, делаю накид. Снова вытягиваю из этой же петли 2, делаю накид. И третий раз вытягиваю, и уже тогда снимаю петельку. Вот, 5 у меня получилось. Далее 3 изнаночные. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 3 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем. Изнаночный ряд. 34. Вяжем. 5 изнаночных. 1, 2, 3. 4, 5. Далее вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную вяжем изнаночной. Так, связали. Тридцать пятый у нас с вами ряд. Вяжем с вами. Первый накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 4 изнаночные. И наши 5 лицевых вяжем 1 лицевой. Все 5 на спицу. И через все 5 протягиваем ниточку. Вот так и сбрасываю. Все 5 одной лицевой провязаны. Далее вяжем опять 4 изнаночные. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Две лицевые. Накид. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем. 36 ряд. Первая у нас изнаночная. Далее делаем накид. 2 изнаночные. 2 вместе изнаночные за передние стеночки. И далее у нас идут лицевые. Сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее вяжем 2 вместе изнаночные за задние стенки. Две изнаночные. Накид. Изнаночная. Кромочную тоже вяжем изнаночной. Тридцать седьмой ряд. Первые 2 лицевые. 1, 2. Накид. Снова 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево.
Далее идут изнаночные петельки. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И две вместе лицевой с наклоном вправо. Очень пушистая пряжа. Далее две лицевые вяжем. Накид и еще две лицевые, кромочные вяжем изнаночные. Так, связали. Тридцать восьмой ряд. Вяжем три изнаночные, накид, снова две изнаночные, две вместе изнаночные за передние стеночки. Пять лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Две вместе изнаночные за задние стеночки. Две изнаночные. Накид. Три изнаночные. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Тридцать девятый ряд. Четыре лицевые. Раз, два, три, четыре. Накид. Две лицевые. Две вместе лицевой с наклоном влево. Три изнаночные. Далее вяжем две вместе лицевой с наклоном вправо. Две лицевые. Накид и четыре лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Сороковой ряд. Вяжем изнаночные. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем накид и еще две изнаночные. Раз, два. Далее вяжем две вместе изнаночные за передние стеночки. Лицевая. И две вместе изнаночные со задней стеночки. Далее вяжем две изнаночные. Накид. И пять изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Кромочные тоже вяжем изнаночные. Все, мы связали. Раппорт полностью. И теперь у нас повтор будет с девятого, девочки, ряда. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Вот такая красота у нас с вами родилась. Сейчас нам необходимо сделать влажную тепловую обработочку нашего образца, чтобы измерить плотность вязания и сделать расчеты попетельные, сколько нам набирать, как расположить раппорты. Рассмотрим с вами выкройку вязания. Все-все-все последовательно с вами сделаем. Горячим паром наш образец становится пластичным. Очень хорошо тянется эта ниточка. Так, пусть он у нас вот так посохнет. Так. Все отлично. И
делаем с вами, девочки, вычисление. Смотрите, измерение ширины нашего связанного полотна. Да, вот у меня 12. Снова 12. Тут почему-то вот самая широкая часть. Но это за счет, что не знаю за счет чего. Но, в общем, он вот у нас вот здесь узенький. Здесь вот 11,5, где узенький. Вот здесь. Но все равно он потянется и будет, девочки, 12. Очевидно, 12, да? Делаем с вами вычисление. Мы набирали 21 петлю, да? 21 поделить на ширину образца 12. Получается число 1,75. Я записываю вот здесь. В одном сантиметре у нас 1,75 петель. И теперь вертикальную плотность также измеряем. По вертикали берем наш образец, измеряем 20, вот у меня получилась величина. Как бы мы его не тянули, но 20 там и 3 миллиметра, ну смешно. Так, 20. И у нас с вами раппорт составлял 40. Ну, здесь я даже машинку не буду применять. Очевидно, что у нас в одном сантиметре 2 ряда. Вы поняли, почему я так сделала, да? Потому что у нас раппорт 40 рядов. А высоту мы померили, мы делим на 20. Вот, пожалуйста, отсюда взялась циферка 2. Вы также можете рассчитать на своем образце, если у вас будет другая пряжа, другие спицы. Вот аналогичным образом делается расчет плотности. Так, ну с этим все понятно, мои хорошие, да? Вот такая вот нежность у нас с вами получилась. Сейчас наша задача найти, значит, выкройку. И по выкройке на разные размеры сделать расчеты. И, собственно, я объясню, как расположить раппорты узора на тот или иной размер в зависимости от количества петель необходимых. Девочки, я нашла выкройку. Вот так выглядит выкройка. И эта выкройка на 46 ближе размер. Короче, 49 сантиметров. Но поскольку у нас с вами довольно-таки объемный джемперочек, да, он довольно-таки, так сказать, смотрится широко на худенькой фигуре, да, поэтому я считаю, что эта выкройка вполне подойдет для 44-46 размера. Конечно, высота резинки здесь оставляет желать лучшего. Я считаю, что ее надо как минимум в 2 раза уменьшить, да, то есть пусть это будет 5 сантиметров высота. А остальное уйдет сюда. Сюда нужно нам прибавить, получается 6 плюс 6 сантиметров, и здесь тоже плюс 6. Итого мы получим с вами 29,5 плюс 6, 35,5. И сюда 41 плюс 6, это будет 47 сантиметров, да? И тогда наша выкройка все хорошо здесь будет. И вот смотрите, мои хорошие, я уже распределила узоры. Расположила их, значит, чтобы это было симметрично и красиво. Значит, и каким образом я действовала? Я прежде всего определила общее количество петель. 49. У нас ширина спинки, я это умножила на нашу плотность 1,75. У меня получилось, ну, ближе к 86 петелькам, да, вот так. После этого это число я делю на число петель в раппорте, 19, да, делю на 19 наш раппорт. У меня получается целое число 4. На все эти дробные я не обращаю внимания. Вот 4 раппорта у меня целиком. Смотрите, вот я это делаю, да? Вот я, значит,
распределила 4 раппорта, нарисовала линию 4 раппорта подряд у меня идут. И далее 4 раппорта я умножила на 19 петель, да? Итого у меня задействовано 76 петель. И устно считаем, да, не хватает 10 петель. Нам надо 86, а 4 раппорта занимают 76 петель. Я вот так вот напишу 76 петель. И я распределяю эти недостающие 10 петель симметрично справа и слева. У меня получается 1 кромочная справа и слева и 4 изнаночные я добавляю к нашим раппортикам, да? Считаю, можете добавить лицевой угол, девочки, хотите 4 лицевые. В общем, вот таким образом я решила этот вопрос. То же самое касается другого любого размера, мои хорошие. Также вы свою нужную вам необходимую ширину спинки умножаете на нашу плотность, на вашу плотность. Вы можете вязать из любой другой пряжи, да? Получаете количество петель, которые вам необходимо набрать. Делите на число раппортов. У нас в нашем случае это 19 петель в раппорте. Получаете целое число раппортов. И смотрите, сколько вам не достает петелек до нужного количества. Вот так. Вот, собственно, по такой логике рассуждайте, и у вас все получится. Теперь, что касается нашего вертикальной нашей плотности, да, смотрите, значит, не зря я тут это все нарисовала. У нас, значит, необходимо знать, когда мы вяжем, необходимо нам точно знать, например, на каком расстоянии нам с вами сделать вырез горловиночки, на каком расстоянии нам начать закрывать петли плеча и так далее, да? Как это я достигаю? Также меряем раппортами. Не сантиметрами, а раппортами, девочки. И я объясню, зачем это нужно. Рядами. То есть, понимаете, мои хорошие, тут такая вот особенность, что после стирки любое трикотажное изделие, как правило, вытягивается, да? И вот именно для этого мы и используем вертикальную плотность, чтобы это, так сказать, предотвратить. И вот смотрите, после планки 47 сантиметров в высоту мы вяжем, чтобы достичь линии горловины переда, да? Так, и вот смотрите, что мы делаем с вами. Мы с вами эти 47 сантиметров умножаем на нашу вертикальную плотность, это 2 ряда в сантиметре, получаем 94 ряда. То есть, смотрите, вы начинаете формировать вы начинаете формировать горловину на высоте 94 ряда. И в нашем случае будем действовать следующим образом. Будем вычитать. Вот у нас 94 ряда. Из него мы вычитаем, первый раз мы связали минус 40 рядов, да, связали. 54 ряда осталось, да? И мы с вами эти 54 ряда, я уже посчитала, далее мы вяжем с 9 по 40 ряд, да? На самом деле это будет 32 ряда. То есть 54 отнять 32 ряда, это будет оставшихся 22 ряда. То есть смотрите, какой у нас тут получается расклад. Мы вяжем с вами первый раппорт в высоту, затем мы вяжем второй раппорт. Это будет он равен 32 рядам. И третий раппорт мы вяжем с вами. Из него не целиком, а только первые 22 ряда. Вот такой расклад, девочки. И после этого у нас с вами формируется линия горловины. Вот так это вычисляется. Так, здесь также планка поменьше. Я рекомендую 5 сантиметров достаточно высоту. И также сюда 6 надо приплюсовать. К 35,5 прибавить 6, будет 41,5 сантиметров. Да? Давайте с вами посмотрим, как нам распорядиться плечом и шириной горловины. Да? Мы с вами 9,5 умножаем на 2,
Вот у нас 19 сантиметров получается горловина. 19 сантиметров в ширину мы умножаем на нашу плотность 1,75, и в петлях это будет выражено как 33 петли. Девочки, эти все цифры сырые. После того, как я начну составлять уже чистовое описание, они будут корректироваться, да, потому что вот здесь я напишу, конечно, 86 петель, да, но вот сейчас, например, плечо, как нам логически помыслить, из 86 отнять 33, из 86 отнять 33, 53 не делится пополам, чтобы два плеча нам сохранить, да, поэтому 33 петли мы либо делаем 34, либо 32 петли, да, выбирайте, в какую вам сторону, пошире или поуже сделать. Давайте сделаем 34 петли, все равно там будет планка набираться, да, просто пошире сделайте планку. Вот 34 петли, теперь, значит, действуем следующим образом: 86 общая ширина, отнимаем с вами 34 петли горловины, 52 петли приходится на 2 плеча. И мы делим их на 2, у нас же 2 плеча, на каждое плечо 26 петель. Можно было по-другому это сделать. Можно было нашу величину, ширину плеча 15, умножить на плотность 1,75. И получить вот те же самые 26 петель. Видите? Вот так. Теперь, что касается рукавчика, тут скос у нас идет, да? Я не случайно выделила длину рукава после планки 41,5 сантиметров. Мы 41,5 сантиметр умножаем на нашу плотность по вертикали 2, получаем 83 ряда. 83 ряда, да? И смотрите, мои хорошие, у нас с вами величина скоса составляет 5, ширина вот это составляет 5 сантиметров. То есть на 5 сантиметров у нас идет с вами увеличение полотна справа и слева по 5. Общая ширина рукава в самом широком месте, где мы уже закрывать должны петли, будет составлять, мы сейчас это тоже посчитаем, 18 это половинчатый размер умножить на 2, 36 сантиметров здесь у нас, и это мы умножим также на плотность 1,75, получим 63 петли. 63 петли. И внизу, по рукавчику внизу, вот 13 величина, да, это 26 умножить на 1,75. И это будет 45. То есть там, где у нас начнется после планки узор, должно быть 40, ну, скажем так, 45. Ну хорошо, напишу как есть. 45. Так, 45 петелек. И теперь вот эту разницу. 63 отнять 45. Это будет 18 петель. Нам надо целиком прибавить с вами. Симметрично, равномерно по рукаву. Но поскольку у нас с вами прибавление будет одновременно справа и слева, мы должны это число поделить на 2. У нас получится по 9 петель справа и слева, да, то есть я пишу плюс 9 петель. Как нам теперь задача стоит, как нам узнать, через какое расстояние, через сколько рядов нам делать эти прибавки, чтобы это было симметрично и равномерно, равномерно. Вот сейчас мы воспользуемся вот этими рядами, 83 ряда, которые мы с вами определили, высота узора. На какую высоту именно узор, не с планка, а узор будет у нас идти. 83 я делю на наши петельки прибавочные 9. И получаю ряды, девочки. Вот у меня получилось 9 рядов. То есть я пишу, что через 9 рядов мы с вами делаем прибавки. В каждом девятом ряду по одной петле справа и по одной петле слева. Вот так. Ну, в принципе, я вам все рассказала. Вся эта история, касающаяся данной выкройки, собственно, все тут понятно, да.
не расписала горловину, то есть вот эти закругления, сколько здесь убавить. Но это я все сделаю в описании под видео, как обычно. Вы этим сможете без труда воспользоваться. Вот. Ну и все, мои хорошие, собственно, на этом я свое повествование заканчиваю. Я думаю, что я доступным языком вам объяснила, что как и с чем едят, как говорится, да. Еще раз я вам показываю наш воздушный нежнейший узор, который меня просто очаровал своей нежностью, пушистостью, да. Такой вот он прям хороший. Естественно, этот узор будет смотреться не только в пушистой пряже хорошо, то есть в мохере, он будет хорошо смотреться в любой пряже, даже в хлопковой, в любой, да. Просто вы можете связать себе этот джемпер не в зимнем варианте, а в каком-то там весеннем варианте с хлопковой пряжи. Но суть остается суть. Я показала вам, как вязать раппорт узора, да, и как распорядиться выкройкой на данную модель, как рассчитать индивидуально петельки. Я желаю вам, мои хорошие, удачи, чтобы у вас все хорошо получилось, чтобы вы связали себе этот красивейший узор, джемпер этим узором. Вот у вас все получилось, и этот джемпер вас долгое время радовал. И до новых встреч!